Всем привет! Пятница, вечер. Делаю краткий отчет за сегодняшний день. Тренировки сегодня не было, потому что сегодня день голода, плюс еще сухое голодание с утра. Но по идее в идеале можно сделать тренировку, она как бы самая эффективная, если делать. Но я не герой. Да, надо расчесаться. Я не герой на голоде, в смысле на сухом, именно сухом голодании делать тренировку, потому что я очень хочу сильно пить, когда тренируюсь. Вот. И для меня было бы просто тяжелее держать именно сухое голодание. То есть после тренировки очень бы сильно хотелось пить. Поэтому решила не делать тренировку. Утром была... Но так как это не строгий сухой голод, зубы чистить можно, душ можно. То есть утром у меня был душ и закаливание. Закаливание, кстати, удлиняется. Сейчас уже 25 секунд, 3 раунда. Вот. Потом я работала до обеда 12 и 4 часа ехала. То есть сейчас 4 часа. Вот я только домой зашла. 16:01. Я еще ничего не ела, не пила. Ну, есть сегодня и не буду. Но думаю, что сейчас уже попью водички. А может быть, через пару часиков ромашкового чая. То есть начну уже сейчас пить. Не буду ждать там 7 или завтрашнего утра. Потому что как-то в горле, вот именно вот здесь скребет, пересохло горло. Так, в принципе, состояние нормальное, отлично себя чувствую. Можно было бы, может быть, и не пить, но не знаю. В общем, думаю, что сейчас уже попью. Вот, и на этом как бы отчет за этот день будет закончен. Завтра суббота, выходной, новый день. Всем доброе утро. Ну, уже не совсем утром, вам 10:02. Смотрите, рассвет. Я бы в этом месте хотела оказаться. Суббота. Сегодня есть можно начинать с 12, но я еще даже не готовила. Так что вот в тренажерном зале тут холодно сейчас у нас. Только включила обогреватель, 48, по-моему, градусов. А я с коротким рукавчиком. О, поменялась картинка. В общем, вчера, я там так сумбурно рассказала, вчера был голодный день, ничего не есть, не пить. Я не пила до 5 вечера, потом уже попила. Вот, и на ночь, часов 8, я чашку ромашкового чая выпила. Ромашку можно, кофе можно, когда уже можно пить. Вот, шагов у меня вчера так и не находилось, потому что я домой приехала очень уставшая, ходить на дорожке сил не было. Я уснула, вырубилась прямо на диване. Вот, так что у меня вчера там меньше, наверное, 4000 шагов. Вообще, провальный день, можно сказать. Сегодня, не знаю, как получится, челлендж на этой неделе 25 тысяч шагов за один день, который я еще, естественно, не сделала. У меня остается сегодня-завтра. Когда я их буду нахаживать, не знаю. Вот. Тренировку после голода, после голодного дня, по идее, можно не делать. То есть вчера надо было бы, но я вчера, так как выселялась из гостиницы, с утра раньше надо было выехать, поэтому вчера не тренировалась, не ходила. Вот, а сегодня можно было бы не делать. Но если чувствуете все силы, сказали, то, в принципе, можно домашний комплекс вот этот сделать. Я не знаю сейчас, сколько попробую сделать, хотя бы один круг, а там посмотрю, как пойдет. В общем, погреюсь немножко. Вот, потом закаливание. И если будет совсем не очень хорошо, когда начну тренировку, то просто похожу по дорожке. Шаги все равно надо нахаживать. Минимум 12 тысяч, а если получится челлендж, то 25 тысяч сегодня. Ну, посмотрим, как пойдет. В общем, вода у меня моя закончилась. Набрала, ну, у нас фильтрованная из-под крана, но я не знаю, какой у нее pH, pH-фактор этот. Так что потренируюсь, в душ схожу, надо будет ехать в магазин за водой, плюс купить еще продукты на следующую неделю, на понедельник-вторник, то, что мне по меню готовить нужно будет. Так что вот такой вот план на сегодня. Ну, а сейчас тренировочка.
Второй круг. Так, решила сегодня сделать два круга, потому что все-таки на голоде слабость небольшая есть, хотя вроде так, до того, как начала заниматься, не чувствовала, но начала почувствовать, что все-таки немножко не те силы, плюс два дня до этого не занималась, и у меня почему-то болит спина сегодня, так что не будем сильно переутруждаться, сделаю хорошую растяжку, да, сейчас еще планка, тоже, так как спина болит, не буду делать дольше минуты, сделаю минимум минуту. Вот. А потом похожу еще на дорожке. Минимум минут 15-20. Растяжка. И думаю, нормально будет. Вот. Сегодня, в общем, у меня такая лайт нагрузка на голоде. Потому что там очень сильно пахнет оладушками. Мама оладушки с яблоками пекла с утра. Вот я сюда и сбежала. Так, теперь планка у нас. Ладно, поставлю на минуту 0,5. Так, все, сделаю. Вообще сейчас сделаю сначала растяжку, а потом буду ходить на дорожке. Ну, как пойдет. Все, пойдем ходить на дорожке. Не, сначала же сейчас это уберем, водички попьем, а потом наушники в уши и походим. Или, ух, включу что-нибудь на телеке, ну, вряд ли. Просто буду аудиокнигу слушать. Вчера по дороге не дослушала, потому что прям вырубала меня на ходу, когда я ее слушала. С музыкой как-то легче было ехать, не засыпала. Пришлось выключить, хотя книга интересная была. Вот, и не дослушала. Если кто-то будет спрашивать, что за книга, я люблю какую-нибудь фэнтези, фантастику с попаданцами, с магами, колдунами. Вот такое вот по дороге слушаю. Ничего супер философского, супер такого умного. Текст повесим сейчас. Главное мне, когда поеду в командировку, на следующей неделе скакалку не забыть. А, хотя там будет новый комплекс уже. Может, там будет без скакалки, не знаю. Посмотрим. Так, все, идем на дорожку. Дорожку для ходьбы я обычно ставлю уклон, да, он стоит на единицу, и скорость 2,9 и 3, то есть не быстро, так, спокойным шагом иду и все себе. Так, вот, походила 30 минуток, у меня сейчас 11-12, 4424 шага. Сейчас пойду в душ, и там уже в 12 можно начинать готовить кушать. Так, обед, который я уже скушала, вот здесь вот один кусочек рыбки был, это красная рыба в сливочном соусе со шпинатом и 500, нет, не 500, 400 грамм салата на день сегодня. То есть я себе отмерила, все, уже съела, отмерила почти 400, было чуть-чуть меньше, съела половину, то есть вторую часть оставлю на вечер, потому что сейчас еще только час дня, вот, но я уже покушала. Еще остается десерт. Еще остается кефир сегодня, до полулитра можно. Ну, сколько выпиться, если я вообще его буду пить. Ну и вот второй прием пищи у меня будет такой же. Завтра тоже салат, 400 грамм на день. То есть, если больше зеленой травы, естественно, он будет его больше по объему получается. Вот, и рыба. Такое меню на выходные. Выехали мы тут в парк погулять. Шаги нахаживаю. Потому что на данный момент у меня... Ну, в общем, цель... Челлендж 25 тысяч шагов в один из дней. Я вряд ли на этой неделе буду делать, я уже поняла. Завтра, потому что с утра мы в церковь, ты полдня сидишь. Завтра вряд ли. И сегодня у нас уже 3 часа дня. Ой, даже 4 почти. У меня 7 тысяч сейчас. То есть вот по парку погуляю. Может быть, дохожу дома, если не дохожу здесь. До 12, то есть дневная норма. Но 25 я, конечно, уже сегодня не сделаю.
Это надо очень выложиться, чтобы столько находить по дорожке, по той же. Вот. А здесь просто-напросто столько гулять, уже стемнеть скоро. Да и Нил не выдержит. И мама у нас в тапочках вышла. А тут снег. Мама, я стабль нашел. Ага, иди уже. Так что все, гуляем, шаги нахаживаем. Ну и, наверное, я уже буду с вами прощаться на этом. В общем, в результате у меня получилось, ну, еще немножко дохожу, 17 тысяч шагов за сегодня. Так что сейчас съем десерт, и как бы уже все, еще пару шагов больно. Ну, может, еще какая-то тысяча будет. Приблизительно так. Все, всем пока. Вот и нет, а вот еще и не конец моего видео дня. Андрей с Редом, ну, вам не видно, решили меня выгулять до 25 тысяч шагов. Ну, не знаю, получится или нет. Но, по крайней мере, идем гуляем. Так что шагов будет больше. Хотя уже, наверное, часов 9 вечера сейчас. Ну, погуляем. Посмотрю, будет 25. Хорошо. Нет, ну, значит, так и нет. Ну, надеюсь, что это все не зря. Что мы не зря тут дочку сейчас гуляем. В темноте. Да вот сейчас светло тут, круг. А так темнота. Ладно, потом еще отчитаюсь. А, об окончательной этой сумме шагов. Цифре моих шагов. Ну что, вернулись домой вот только что. Погуляли полтора часа. И я сделала это. Сейчас я вам покажу. Я сделала это. Ну да, Андрей мне помог. И Ред тоже. Вот, 25 458 шагов, 10 вечера. Так что в челлендже я участвую в розыгрыше бесплатного марафона на следующей неделе. Опять челлендж выполнила. Все, теперь точно. Всем пока.